Как и обещали организаторы, в эту пятницу, 19 сентября, на площади Медал Плаза около светомузыкального фонтана в Олимпийском парке выступит мировая звезда поп-музыки британец Крис Ри. Вход свободный. Доехать до концертной площадки можно будет на обычных городских автобусах, которые курсируют из центра и Адлера в Олимпийский парк и обратно. Чтобы на шоу могли попасть все желающие, перед департаментом транспорта поставлена задача – вывести на рейсы больше машин. Также к Олимпийскому парку можно будет подъехать на «Ласточке» и личном транспорте. Рядом со стадионом «Фишт» будет организована парковка. Деловая часть форума – это традиционно пленарные совещания, встречи и, конечно, экспозиции, где регионы представят свои инвестиционные предложения. Курорт в этом году представит два инвестиционных проекта. Это реконструкция центральной набережной и новый жилой комплекс на Пластунке. Кроме того, создана интерактивная карта курорта, которая расскажет о транспортно-логистической схеме города. Во время форума, как и во время любого масштабного мероприятия, в городе будут усилены меры безопасности, особенно в Олимпийском парке. Я прошу усилить наряды по набережной, потому что понятно, что люди пойдут к морю, пойдут они через парковку Фишта, пляжная зона должна быть в идеальном порядке. Там очень красиво, достойно, но спасательные службы, службы правоохранительные должны там работать как часы. На совещании также говорили о надежности электроснабжения объекта форума. Энергетики пообещали, что сбоев не будет. Ну а сегодня перед ответственными за Олимпийский парк поставлена задача привести в порядок все зеленые зоны. Там, где необходимо высадить деревья и цветы. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.